Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Жаркий сухой воздух из субтропиков занимает уже большую часть Сибири, угрожая засухой и пожарами. А теперь о погоде более подробно. Во вторник, 6 июня, в Новосибирске погода без осадков. Ветер переменный, слабый. За окном в ночные часы 17-19 тепла, днем ожидается плюс 34-36 градусов. В последующие двое суток погода без существенных осадков. 7 июня ночью плюс 17-19, в дневное время очень жарко, плюс 35-37 градусов. 8 в темное время суток синоптики прогнозируют от 17 до 19 градусов выше нулевой отметки, а дневная температура составит плюс 28-30 градусов. Вы смотрели прогноз погоды Западносибирского метеоагентства. На этом у меня все. Желаю хорошего настроения.